вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, жители и гости Карачаева Черкесии! Сегодня 7 октября, пятница, завершается рабочая неделя. И совсем недавно все мы отметили Международный день учителя. Этой теме мы посвящаем сегодняшнюю программу. Но обо всем по порядку. Недавно наша съемочная группа побывала в поселке Медногорский Уровского района. И оттуда наш первый репортаж. Вы разные писать тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Добрый день, ребята. Прошу садиться. Итак, дорогие мои, сегодня мы с вами приступаем к изучению особого этапа в литературе 20 века. Этот этап получил особенное название ⁇ Серебряный век русской литературы ⁇ Как часто вам доводилось слышать такое приветствие? Здравствуйте, прошу садиться. Но именно так на протяжении 40 лет приветствует своих учеников преподаватель русского языка и литературы Раиса Александровна Поликарпова посмотрела на каждого, поприветствовала взглядом и начала урок. И в этот момент главное – удержать внимание детей, заставить их слушать то, о чем ты говоришь. И не только слушать, но и понимать – это непросто. Готовясь к уроку, учитель должен продумывать все мелочи, начиная от внешнего вида своего собственного и заканчивая, наверное, тем, с чего Следует начать урок, с каких слов, с каким лицом ты вошел в класс, как ты поздоровался с детьми, как ты на них посмотрел. Это все играет очень большую роль. И поэтому, вот, входя в класс, я обычно добиваюсь прежде всего того, чтобы дети меня увидели. Вот когда они встали... Замолчали, и я вижу, что все глаза устремлены на меня, тогда я понимаю, можно начинать урок. После этого только я ему говорю, здравствуйте, дети, прошу садиться. Вот. И после этого мы начинаем работать. Хотя судьба учителя была предопределена, в школу Раиса пришла не сразу. Родившаяся на Урале, она сначала поступила в Уральский педагогический институт, но со временем передумала и, окончив три курса, пошла учиться в техникум на гидрометеоролога. Профессия тоже нужная. На практику приехала после окончания техникума в Крачево Черкесию. Но все же природная тяга к книге, чтению, к миру литературы, в котором она жила с ранних лет, взяли вверх и было принято решение продолжить обучение в Карачаевском пединституте. Я выросла в библиотеке у мамы. Я читала, ну, собственно говоря, я, наверное, читать начала почти тогда же, когда и говорить. Мне еще не было четырех лет, я уже могла читать. Поэтому вот это вот, конечно, сказалось. Я и до сих пор читаю. Я читаю постоянно, читаю все. Есть и такие книги. У меня электронная большая библиотека, которую я не выпускаю из рук. А потом уже, когда я начала изучать литературу, у меня как-то русский язык, он привеском пошел. Я хотела изучать литературу. Я ее очень любила и люблю по сей день. А потом я просто поняла, что, оказывается, оно вот настолько связано, что если ты любишь литературу, ты обязана любить язык, на котором эта литература написана. И вот тогда начала уже более, наверное, тщательно изучать и все, что связано с языком. Свои первые шаги в качестве дипломированного специалиста Раиса Александровна Поликарпова сделала в Рубской средней школе, где она проработала 10 лет. А далее судьба привела ее в первую школу поселка Медногорский, которая была введена в эксплуатацию в далеком 1965 году. На одном из этажей школы расположен стенд, которым здесь очень гордятся. С каждой фотографией, многим из которых уже больше 50 лет, глядят на вас выпускники. И по каждому из этих снимков можно проследить историю не просто одной школы. А историю целой страны. Вернемся в класс, где идет урок литературы. Валерий Брюсов родился в 1873 году в семье купца. Его дед был обычным крепостным, но вскоре он сколотил состояние и смог выкупить сам себя. Брюсов закончил гимназию и университет в Москве. В начале 90-х он открыл клуб молодых поэтов где он писал множество произведений и публиковал их под чужой фамилией. Казалось бы, зная на зубок тему урока, чего уж волноваться. Но это не про Раису Александровну. У нее свой подход, своя собственная теория. Каждый урок, конечно, каждый урок, он все равно должен быть особенным. И когда приходишь на урок, ну, наверное, и думаешь о том, а что я им скажу сегодня такого, чего еще не говорила никогда? И вот когда это получается, тогда чувствуешь удовлетворение. За 40 лет жизни поменялась не только система образования. Нет, сравнивать ее мы ни с чем не будем. Как не будем говорить о нашумевшей за годы системе экзаменации выпускников. Незыблемой остается любовь к профессии, к детям, даже к тем литературным героям, о которых рассказывает учитель. На протяжении своего долгого пребывания в школе, тоже сделала определенные выводы. Немало доводилось видеть людей умных, образованных, но, к сожалению, таких, которые в школе работать не смогли. Именно в силу своих вот каких-то личностных, человеческих качеств. Потому что в любом учителе, наверное, все равно на первый план выходит его человечность. То есть насколько ты чувствуешь детей. А для того, чтобы почувствовать ребенка, мне кажется, надо, надо в себе ребенка не потерять и постоянно помнить о том, что, э, ну ведь э, когда-то и ты ошибался, ведь когда-то и ты делал что-то не самое хорошее, я, например, хорошо это помню, и поэтому, прежде чем поругать кого-то, я примеряю это на себя и понимаю, что, ну в конце концов, ну не настолько это было страшно. Поэтому надо простить, простить и идти дальше. Время летит стремительно. Меняется все. Дети, взрослые, целые поколения. И вот уже вместо портфелей и ранцев у школьников на плечах яркие рюкзачки, в одежде стиль свободный, модные прически и накрашенные реснички у старшеклассниц. Они другие. Все поколения, надо сказать, они различаются, на самом деле очень сильно различаются. И вот, ну, у нас принято ругать молодое поколение, это такая старая, добрая традиция, нас в свое время тоже ругали. Тем не менее, надо отдать должное теперешнему поколению. Вот сегодняшние школьники, не только выпускники, но и среднее звено, они, безусловно, более информированные ну, поскольку средства массовой информации повсюду. Интернет всегда под рукой. Даже если чего-то они не знают, они моментально ориентируются, они находят тут же нужную информацию. Мы этого не умели делать. Нам, чтобы ответить на какой-то вопрос, нам нужно было перелопатить кучу книг. Вот, естественно, это не столь быстрый процесс. Теперь они очень быстро находят всю э, информацию, иногда даже то, чего бы им не следовало находить, тем не менее они находят. Вот. Но э, при всем, при этом засиле вот этих э, технологий информационных есть э, и серьезный минус. Дети стали хуже говорить, дети стали, э, ну, на мой взгляд, более более ленивы, что ли, вот, в добывании знаний. Если то, что добывается, вот, знаете, ну, в старину еще говорили, что лучше всего закрепится то, что добыто с трудом. Вот. И оно действительно оно остается надолго. А то, что легко приходит, оно также легко и забывается. Вот ту информацию, которую они почерпнули, они ее выдали и тут же забыли. А вот предыдущие поколения, которые больше работали с книгами, много конспектировали, вот прорабатывали все. Вот, я помню эти читательские дневники, которые с нас требовали. Я с этого тоже начинала. Потом поняла, что ну, это так, глаз выпиющего в пустыне. И уже успокоилась с этим. А, вот. А они ведь очень полезны были, потому что мало того, что ребенок записал и автора, и название книги, написал героев, написал основные какие-то сюжетные ходы вот свое мнение нас обязательно требовали а понравилось не понравилось а что ты по этому поводу можешь сказать свое мнение обязательно надо было высказать вот сейчас этого к сожалению нет а жаль везде свои плюсы везде свои минусы ну не знаю я думаю что лет через 10 будет вообще другое пока я даже не знаю какое поколение придет я боюсь загадывать я думаю что что-то в нем будет наверное и лучше но что-то неизбежно потеряется. Но, может быть, в этом и есть суть прогресса. Грамотность любого человека определяется тяжестью его литературного багажа. Отсутствие такового влечет за собой неумение выражать мысли, чувства, закомплексованность и некоммуникабельность. Впрочем, по поводу последнего можно и поспорить. Как говорится, интернет вам в помощь. Если человечество перестанет читать, я думаю, это будет катастрофа. Потому что мы на самом деле мы перейдем на язык символов, мы перестанем общаться. Но дело в том, что вот даже сейчас видно, в коридор, что там далеко ходить. Выходишь на перемене в коридор, если раньше гвалт стоял в коридоре, потому что дети разговаривали между собой постоянно, а их много, и они говорят громко, то сейчас Иногда выходишь тишина, и думаешь, там они вообще есть или нет. А они сидят, все сидят в рядок, и все сидят в своих телефонах. Они уже доходят э, до смешного, когда они сидят рядом и переписываются. Им легче написать вот это, вот, чем сказать. И поэтому, а, а причина, конечно, она вот как раз в том, что дети стали очень мало читать. Я На своих уроках я постоянно требую книги. И вы знаете, даже желательно не электронный вариант. Я с этим борюсь, хотя вот это труднее всего. Они все с телефонами и тут же открывают нужный текст. И у них у всех, да, если я спрашиваю, у них у всех тексты есть. Мы читаем по ролям по-прежнему. Я не, тр... не, не жалею на это тратить время. Я требую актерской игры. И когда, допустим, вот мы читаем Островского, и они играют, им так нравится, они в роль кабанихи входят, там это, это, я вижу, что им это нравится. Это вот оно, вот оно живое слово, которое надо слышать, его надо прочувствовать. Вот. И почему я требую именно бумажные книги? Потому что я говорю, ну вот посмотрите, вот я взяла книгу, а у меня закладочки везде. Это моя книга, я имею право здесь вот подчеркнуть, потому что мне это нравится, я это подчеркнула. Это то, что вы берете в руки, то, что вы можете вдохнуть и почувствовать. С электронной книгой этого не получится. Ну уж, если, как говорится, нет гербовой, пишем на простой, поэтому, да, пойдет и электронная, если такой книги нет. Но, тем не менее, это должно быть обязательно. И поэтому пока еще, пока еще живы учителя, пока мы еще не перешли на какую-то удаленную, окончательно удаленную от ученика форму обучения, учитель будет требовать книгу. И я считаю, что в этом пока и спасение наше. Шестой год ведет уроки русского языка и литературы Раиса Александровна Поликарпова у будущих выпускников, которые едины в своем мнении. Ее уроки не просто познавательные, они яркие и запоминающиеся. И литературные герои произведений великих классиков позволяют им посмотреть на жизнь через призму благородных поступков и глубоких мыслей. С шестого класса в мир русского языка и литературы нас направляет наша учительница Поликарпова Раиса Александровна. Благодаря ей литература играет новыми красками, она помогает нам прививает нам любовь к чтению, любовь к познанию русского языка и его вот тонкостей. Именно благодаря Раисе Александровне я полюбила чтение, и если бы она не была моим преподавателем, я не уверена, что я настолько бы полюбила этот предмет. К сожалению, в современном мире среди детей моего возраста довольно-таки много безграмотных людей. И чтобы побороть эту проблему, нам необходимо изучать русский язык и литературу. С этим нам помогает справиться наш прекрасный педагог Поликарпова Раиса Александровна. Она прекрасно и очень грамотно дает нам материал через произведения Чернышевского, Достоевского, Гоголя, Брюсова. Мы познаем мир с другой стороны. Этот учитель преподносит материал очень красочно, очень разнообразно. Мне очень интересно сидеть на ее уроках, писать лекции, учить лекции, читать дополнительный материал. Я благодарна этой школе, что мне попался именно этот учитель. Раиса Александровна была уверена, что рано или поздно по ее стопам, по стопам своего деда, учителя истории Александра Васильевича Поликарпова, пойдет и дочь. Так и произошло. Восемь лет преподает русский язык и литературу в средней школе номер шесть города Черкеска Вера Юрьевна Коваленко. Я родилась в, я считаю, глубоко учительской семье. Мой дедушка, отец моего отца, был учителем истории. И я с малых лет видела, что такое труд педагога. Я считаю, что этот труд очень важен и без этого труда, наверное, не состоится ни один порядочный человек. Потом моя мама, она не сразу стала педагогом, она тоже к этому шла постепенно. Но когда она к этому пришла, я очень ей гордилась. Она учила меня с 5 по 11 класс, преподавала русский язык и литературу. И я считаю, что лучше нее с этой задачей не справился бы никто. Ну, я была готова к этому, надо сказать. Да, почему? Хотя она, она сопротивлялась, она долго сопротивлялась и говорила, что никогда она в школу работать не пойдет, что это совершенно не для нее, но я по ее характеру, я понимала, что это как раз, видимо, ее. Она умеет заставить себя слушать, она умеет быть интересной детям прежде всего. Но вот я вижу, как к ней относятся дети, она им на самом деле интересна. И поэтому ну, я рада. Я рада. И знаете, как-то если раньше у нас были разговоры больше как мама с дочкой, а сейчас у нас каждый раз спецсовет. И я знаю всех ее учеников, она знает моих. Мы рассказываем друг другу э, о каких-то вот э, проблемах, которые возникают на уроке. Э, мы советуемся друг с другом, даже оценивая какие-то творческие работы. Вот э, она часто говорит о том, что вот я считаю, что вот ребенок правильно высказал э, свое мнение. Вот как ты думаешь, вот эта, эта мысль правильная или неправильная? Поэтому у нас каждый раз все это переходит еще и вот в такие... Такие вот диспуты. И все остальные домочадцы умолкают, потому что начался пиццовета, и они понимают, лучше уйти по добру по здорову. Птица журавли или колодец журавли? Почему? То есть у вас мнения расходятся. Подумайте, почему? Два педагога в одной семье, два разных поколения учителей, два полярных мнения о престиже, о статусе современного учителя. В то время, когда я заканчивала институт, был серьезный конкурс в педагогические институты. И туда шли на самом деле те люди, которые хотели работать. И если уже что-то не получалось, ну, это была большая редкость. А сейчас, да, получил диплом человек, который в школе на троечке учился, потом пришел работать в школу и не смог. Ну, не смог и не смог. Пойду где-нибудь себя еще поищу. Поэтому вот надо, конечно, пересмотреть вот в этом плане. Достойная зарплата и, соответственно, престиж учителя должен и, и морально как-то вот тоже со стороны государства подниматься поскольку действительно учителю работать очень тяжело, ведь он постоянно между молотами наковальней. С одной стороны, дети, которых надо заставить делать то, чего они делать не хотят. С другой стороны, родители, которые очень, знаете, негативно в штыки воспринимают любую критику в отношении своего ребенка. Любую, даже, даже если она вот преподана настолько аккуратно и осторожно. Поскольку мы понимаем, для каждого родителя ребенок это самое дорогое. Вот, но объективно взглянуть на своего ребенка каждый родитель тоже должен уметь. Вот, и поэтому с одной стороны, с другой стороны вот, родители, а тут еще сверху и администрация, которая тоже требует, чтобы была хорошая успеваемость, чтобы не было никаких жалоб и нареканий. И поэтому ты вроде как со всех сторон всем должен. А хочется иногда спросить, а тебе вообще, бедный учитель, тебе кто-нибудь что-нибудь должен? И начинаешь понимать, ну ведь, наверное, и ему тоже что-то должны. Должны с уважением к нему относиться. Должны обеспечивать такую жизнь, чтобы ну, можно было хотя бы достойно выглядеть на фоне тех же самых детей. Вот. И поэтому, конечно, и здесь без помощи государства ну, никак не обойтись. Я, наверное, не соглашусь с тем, что эта профессия не престижна. Я несколько лет подряд выпускаю 11 класс. И нет ни одного выпуска, где хотя бы пару учащихся не поступали бы в педагогические вузы. Дети хотят. И это для них, знаете, не запасной аэродром. Я понимаю, что это не подавляющее большинство. Но такие дети есть, и они идут именно осознанно в эту профессию. Я очень этому рада. Что должно произойти, чтобы еще больше наших детей поступало в педагогические вузы? Вы знаете, мне кажется, что нужно начинать с семьи. Вот если семья будет транслировать, что это правильно, что труд педагога важен, что он уважаем, что педагога нужно ценить и слушать, наверное, дети по-другому будут относиться и к учителям. Профессиональные успехи и достижения складываются из многих факторов, в том числе и присутствие рядом единомышленников, надежных коллег с 1991 года плечом к плечу с Рейсой Александровной Поликарповой трудится Наталья Михайловна Птицына, которая преподает те же предметы. Мнение коллеги всегда бывает важно. Это и поддержка, и своего рода стимул до дальнейшей работы. Это учитель, конечно, от Бога. Ее умение раскрывать литературные образы, исторические события на уроках литературы – это дар, который не каждому учителю вообще-то дан. И на ее уроках ребята попадают в настоящий сказочный мир литературы и истории, как это не парадоксально. И именно вот а, такой Метод, наверное, преподавания литературы и русского языка, вот этот сказочный мир, который она раскрывает на своих уроках, приносит большой результат в обучении. Ее ребята всегда очень хорошо сдают экзамены как русский язык, так и литературу. Но я как о коллеге хочу сказать, что это очень добрый, отзывчивый человек. У нее всегда есть чему поучиться. И она часто дает уроки на уровень республиканский на уровень муниципальный. И вы знаете, когда встает выбор учителей, которые приехали к нам сюда, вот гостей, имеется в виду выбор, на какой урок пойти, все выстраиваются в очередь на урок Красии Александровне. Другой раз даже не хватает места, чтобы посадить людей в, в классе. Дети очень ее любят, потому что она очень добрый человек, потому что она всегда готова прийти на помощь. Рейса Александровна Поликарпова – это человек огромного сердца, огромной души, прекрасный педагог, любящий своих детей и готовый всегда прийти им на помощь и не только им, но и нам, коллегам она доступна и прекрасно объясняет материал. Я сама, как учитель математики, иногда заслушиваюсь ее уроками, ее объяснениями доступными и понятными. На ее уроках дети никогда не заснут, потому что это красиво, это доступно и это интересно. Я считаю, что мы с вами, дорогие коллеги, в нашем труде бесспорно тоже есть что-то героическое, поэтому вот те из нас, кто, несмотря на низкую зарплату, несмотря на проблемы, которые постоянно возникают в нашей работе, все-таки идет на работу, улыбается детям и старается донести до них то, чем мы дорожим, ну, наверное, на нас пока еще держится этот мир. Поэтому здоровья вам, счастья вам, успехов. Пусть дети вас... Радуют. Пусть родители вас не огорчают. Ну а правительство, пусть однажды посмотрит и скажет, да дорогие ж вы наши учителя, ну как же хочется сделать вам приятное. Давайте мы вам зарплату увеличим. Потом с праздником, коллеги. Быть учителем по призванию ⁇ это счастье. Счастье идти по коридорам любимой школы, где знаком каждый уголок. Спускаться по школьной лестнице, на которой едва не сбивает с ног опаздывающий на урок ученик. Счастье, когда ты каждый день слышишь. Здравствуйте! Здравствуйте, учитель! Уважаемые любители театра, 14 октября Русский театр драмы и комедии приглашает вас на премьеру спектакля по произведениям Антона Павловича Чехова «Вечер выдавилий Чехова». Спектакль создан к столетию образования Карачаевой Черкесской Республики и 95-летию театра. Режиссер Вячеслав Бродянский. Спектакль состоится на сцене Государственной филармонии в 18.30. В редакцию на абазинском языке государственной телерадиокомпании «Карачаева Черкесия» требуется на постоянную работу журналист со знанием абазинского языка. Требования. Грамотная речь, как устная, так и письменная. Творческий подход к работе. Коммуникабельность. Обращаться по номеру. Код города. 8 878 2 22 06 32. Просыпайтесь, ребята. Мы вас всех ждем. Мы там были, и мы опять собираемся туда выдвигаться. Есть желание у кого помочь нашей, нашему государству в трудное время. Пожалуйста, все вперед. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаева Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Служба по контракту то твой выбор. Как не стать жертвой мошенника? Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным, не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Мы продолжаем наш добрый вечер. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. А сейчас я с большим удовольствием предлагаю вам познакомиться с гостей нашей студии. Заслуженный учитель Российской Федерации, учитель истории Роза Фралина. Седакова. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы сегодня с нами. Спасибо вам, что вы нашли время, пришли э, к нам в студию, э, чтобы встретиться, поговорить. Ну и, конечно же, пусть с прошедшим, но праздником профессиональным вас. Здоровья крепкого, успехов в работе и учеников благодарных. Роза Фрадеевна, спасибо большое. Вы знаете, вопрос может быть немножечко банальный, но без него никуда. За вашими плечами трудовой стаж, и он насчитывает не много, не мало, 50 лет. 50 лет в системе образования. Но, наверное, не просто так вы пришли в эту систему, вы не просто так сделали такой выбор, когда он в свое время встал перед вами. Причина, наверное, в том, что у меня были очень хорошие учителя, начиная с первого класса до конца школы. Сколько бы мне ни было, я никогда не забуду свою первую учительницу. Яну Магометовну Дышейкову. Как она умела говорить с нами, как она умела учить, как она умела не различать нас детей, кто умнее, кто нет. А все мы для нее были свои дети, свои ученики. Вот это отношение к этой работе, к этой деятельности, наверное, в какой-то мере с самого детства повлияло на меня. А уже в старших классах я видела таких же прекрасных учителей, как и она. Это мой классный руководитель Асланукова Лилия Муратовна. Прекрасный учитель русского языка и литературы. Может, поэтому у меня и второе образование, вернее, вторая специальность, это и русский язык, помимо истории. Дальше тот же учитель истории, участник Великой Отечественной войны, русская женщина Глафира Даниловна, врач военного передвижного госпиталя. Он эту войну всю видел своими глазами, и мы на ее уроках, по ее рассказам, действительно видели эту войну, эту боль, эти утраты. Это желание победить врага, вернуться домой – через все это она смогла провести нас по своим урокам. Были у меня и мысли стать физиком. Был прекрасный учитель физики Гашоков Яхья Индрисович. Он и сейчас работает в области образования, долгое время учителем сейчас в отделе образования. Выпускник, первый выпускник, наверное, по крайней мере, по нашему району, закончивший школу, окончивший школу на золотую медаль. Выпускник МГУ, человек, который получил предложение остаться в университете и продолжать дальше образование, но вернулся домой в родной АУ, стал учителем физики у нас в своей же школе и долгое время там проработал. И, кстати, в дальнейшем я еще раз увидела поняла, насколько это грамотный, насколько высокообразованный э, математик, когда один из выпус выпускников лицея, он еще в одиннадцатом классе был, подряд занимал первые, вторые места в республиканских олимпиадах. В 11 классе это было довольно нелегко, но это он умел делать. Давайте заметим, что учителя вашего времени... 50 лет назад, будем говорить откровенно, да, что они э, были авторитетны, что они имели другой статус, что работа учителя. Да, давайте заметим, что э, в учебное заведение и средние специальные, и выше конкурс был стать учителем. Это было, наверное, совсем да. другое время. И не малый конкурс, я должна сказать. Позвольте себе высказать свое мнение. Оно такое, что если вас в школе научили читать, писать, Вычитать и складывать, то следующим этапом должна стать история. И не знать историю своей страны, это значит иметь то, что мы сегодня имеем. Это фактически отсутствие патриотизма среди молодежи. Таково мое мнение. Почему вы стали историком? Вы правы. Историю я полюбила, наверное, с первых же уроков. Потому что она настолько, это настолько широкий, настолько глубокий предмет, он так много дает человеку не только в области знаний, но и вообще в формировании человека. Тот историк, о котором я сейчас говорила, та женщина, она из нас, из того поколения, сделала настоящих патриотов своей страны. Такие имена, как пионеры герои Володя Дубинин, Марат Козей, имя Зои Космодемянской, Краснодонцы. Они были постоянными темами на наших уроках истории. Нас учили на них равняться, нас учили так любить родину, как они умели это делать. Александр Матросов, который бросился на амбразуру, и так далее. Столько примеров в, нашем, в этом предмете, столько людей, на которых надо равняться. Они вот не так вот были с нами на уроке и ушли дальше. Они и дальше оставались с нами. Вот это один момент. И дальше знать истории не только своего государства, но и всего мира, всеобщей истории. Для меня была, она была очень тоже интересно. И вот такие вот мысли, наверное, привели меня к истории. А то, что сегодня переписывается, учебники даже по истории школьной, что убираются какие-то прям целые разделы, добавляется какая-то, простите, ерунда. Вот как вы относитесь к этим моментам? Вы знаете, вот учебники 2000 годов, позже, 2009-2010 годы. Это учебники, в которых вот те имена, которые я сейчас называла, не материал по ним, практически не упоминался. Это было время, когда даже начальную военную подготовку, очень нужный для мальчика предмет, и того не стало в школе. Вот этого предмета, кабинетов начальной военной подготовки, их тоже не стало. А сколько в них проводилось работы именно по патриотическому воспитанию, по любви к России, своей Родине, сколько в них проводилось нужной, необходимой работы. Не навязчиво, не было вот этого. Любить Родину ⁇ это ваша об обязанность. Были примеры, очень яркие, очень убедительные, запоминающиеся, имена которых потом очень долго говорились между собой самими детьми, вспоминал, вспоминались. Вот это все куда-то ушло. Появились учебники, в которых даже трудно было определить авторскую позицию, позицию авторов, тех людей, которые писали эту, эти учебники. Для кого? для какого государства, для какой страны, для детей какой страны они были написаны. Да, факты излагались, но эти факторы надо было как-то комментировать, высказать свое отношение. И каким должно быть отношение детей, которые все это изучают, к тому, что они изучают, к тому, что они узнают. Вот этих позиций уже в учебниках не, не было. Правда, вот за последние годы появились учебники одной такой общей линии под редакцией Таркунова. Это э, ректор э, МГУ. Очень интересные учебники, очень много фактов, интересных, запоминающихся. Но и в то же время вот то, что очень хотелось бы для школы иметь, вот эти примеры, вот эти имена. Их тоже очень мало. Они упоминаются теперь. Даже есть э, портреты пионеров, героев. Но прямого отношения, что это дети которым, что это наши сограждане, наши дети, которым надо подражать. Быть такими, как они, это смелость. Вот такого отношения, вот такой позиции. Может, я слишком требовательна именно к этой теме, я не знаю, но Вы это говорите. есть. Мы с вами живем в такое время, в эпоху перемен, когда, наверное, уже сейчас и рождаются и новые герои, и имена их появятся в учебниках, и очень хочется надеяться на то, что мы перепишем эти учебники. Я очень надеюсь, если даже на территории Украины в городе Краснодон сохранили музей молодогвардейцев, сохранили то красное знамя, которое эти ребята, 15-16-летние ребята, в городе, оккупированном немцами, фашистами, ночью на 1 мая смогли повесить на самое высокое здание города. И утром жителей, которых обманывали, Немцы, гитлеровцы, распространяя свои листовки о том, что Россия Советский Союз отступает, Советский Союз побежден. Не надейтесь на то, что мы не победим. Вот в таком духе шла агитация по всему городу. И вот в такой ситуации они видят флаг Советского Союза на самом высоком здании Краснодона. Это, это подвиг, который смогли понять так, как нужно, смог понять писатель Фадеев, который написал прекрасную книгу. Вот такое там произошло событие, это в последние дни вот обнаружилось, что этот музей существует, что люди помнят, что все эти годы не забывали. А это наши русские люди, часть России сейчас. Но вот это очень такой поучительный факт для нас всех. Спасибо вам большое за ваше мнение, оно очень важно. Mm -hmm. Но ну, сейчас мне хочется вернуться в год 1992, когда началась э, очень новая эпоха для всех, для нас. Менялась не только система образования, менялось все в стране. А, и вот было принято решение создать первый республиканский лицей. Казалось бы, понимание, что такое лицей, было когда-то, да, в царской России, но для России новое это было по-новому. И вам, обычному сельскому учителю истории, предложили этот лицей возглавить. Что с вами происходило в тот момент? Да, сложный вопрос. Сначала такое было даже, ну, не знаю, страх, наверное, перед этим, перед тем, что мне предложено. Действительно, никогда не было ни администратором, даже ни завучем. И тут стать директором, и при том такой школы, о которой мало кто что знает. Знали лице что такое лицеи, лицеи, гимназии по истории э -э царской России, по Пушкинскому лицею, но это все было настолько далеко от нас, что сейчас происходит и до сих пор происходило в Советском Союзе, средние общеобразовательные школы, все знакомо, все понятно. Но что такое лицей, даже само слово было непонятно. Ну вот, стала, все-таки согласилась, стала директором. Сначала, как выяснилось потом, чуть позже, сначала этот Лицей нужно было не создать, а построить. Ну, как минимум, отремонтировать, да? И вот будущий коллектив лицея примерно с 5-6 июля 92 -го года вступила на территорию будущего лицея, и все они стали вместе одной ремонтно-строительной бригадой. И все три месяца, июль, Август, сентябрь, плюс еще до 19 августа, эта бригада строила, ремонтировала, красила, вывозила мусор, разгружала э, грузовики, ну, машины со стройматериалом. И все это первые два месяца за счет своего отпуска: июль-август это отпускные э, месяцы для э, учителей. Ну а дальше, как учителя, еще не существующего, но будущего, еще не открытого, но будущего лицея. И 19 мая, наконец, состоялось, произошло торжественное открытие лицея, где министр образования республики уже тогда, Башкаев Анатолий Сергеевич, объявил с трибуны, что завтра, в 8.30 утра прозвенит первый звонок в первом республиканском лицее и начнется первый урок. Так начинался этот день. Все было первым. Первое расписание, первые уроки, первый учебный план, первые программы. Все надо было осваивать. Я очень благодарна этому коллективу который все сделал, чтобы лицей состоялся. Начало было ну, хоть и трудное, как мы поняли, мы можем это сделать, нам оно посильно, то, что предстоит дальше сделать. Участвовали в олимпиадах, в различных конкурсах, делали то, что делали, делалось в любой школе. Частью этой э, школьной жизни являлись тогда смотры художественной самодеятельности, на что у нас тоже обращалось очень много внимания занимали призовые места, первые места. Вот, казалось бы, все идет хорошо, все идет нормально. Успехи есть, достижения есть. Она заговорили, она нас начали писать. Но вот все-таки вот этот вопрос, то ли мы делаем, туда ли мы идем, этот вопрос оставался. И для меня, и для коллектива. Вот эти сомнения были. И нужен был какой-то взгляд со стороны на нас, какое-то сравнение с другими уже состоявшимися, работающими лицеями. Мы знали, что они есть, и довольно много их уже в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новочеркасске, в Нижнем Новгороде, в Новороссийске. Были эти лицеи, но быстрой связи, как сейчас, тогда, вы сами понимаете, не было. И вот мы были вот в этом состоянии сомнения, не совсем уверенной работы. Вдруг российский журнал «Профиль», очередной номер, и там появляется информация. Список лучшие школы, нет, лучшие лицеи Российской Федерации. Мы ну, вот так вот. Совершенно не подозревая, что там я увижу, но само, сам по себе, сам, сам по себе, вот это этот факт, что это напечатано, лучшие школы, лучшие лицеи. Я стала просматривать весь список очень быстро. И среди множества вот этих маленьких сокращений, Г, да. город Г, э, такой-то город и так далее. Идет столбик. И вдруг мелькнула, а я читаю. Аулха без. Карачаева, Черкесская республика, лицей. Вот это то, что нужно было нам. Нас сравнили с другими лицеями. Нас, мы оказались в списке, не просто вот лицеев, ну, название я уже сказала, лучших лицеев России. После этого мы получили посылки от нескольких лицеев Москвы. Это то, что нам было очень нужно и для нас важно. В них оказалось много нужной нам литературы, планов, рекомендаций и особенно учебный план, который мы практически, очень важный документ для любой школы, практически мы сами составляли. И когда мы увидели, что мы практически сделали э, тот план, который сейчас получили от московских лицеев, вы сами понимаете, мы наконец вздохнули с облегчением. Но эта литература нам очень затем пригодилась. Учителя брали все, работали по ним. Все это нам нужно было. Ну а дальше мы стали смелее. Уже и не районный, не республиканский уровень. Мы уже дальше... Пошли выше. Да, конечно. Со временем вы стали очень востребованы, как минимум, в, реги в нашем регионе, в Северокавказском. В тысячи это через год, вот после девяносто шестом году мы эту публикацию впервые увидели. В девяносто седьмом году наш ученик участник очень популярной, тогда очень важной для России программы Шаг в будущее, ученик 11 класса. В Москве участвовал в этом конкурсе. Айсанов Мурат выигрывает первое место и получает право без экзамена поступать. В, тогда это заведение называлось Высшее училище, математическое училище имени Баумана, угу. где готовили космонавтов, ну и всех, кто относится к области космоса. Ну, вот этот мальчик поступил туда. Это очень для нас важно было, очень хорошее событие, нужное. Ну и дальше, в том же году, учительница лицея английского языка Туарша Вася Турбевна, она становится победителем ежегодного конкурса «Учитель года», и ее посылают от республики в Москву. И она там участвовала в этом конкурсе, входит в первую десятку учителей, которые ну, участвовали в этом конкурсе. Их было, конечно, намного больше. И то, что она молодая учительница вошла в эту именно в этот состав в первую десятку, для нас уже была победа в какой-то мере. Дальше таким событием стало участие лицея, был такой проект лучшая школа, лучшая школа России. Мы рискнули туда пойти, войти в этот э, конкурс. И главное, что нас увлекло, наверное, то, что за победу можно было получить миллион рублей на э, оборудование, на литературу. И мы Получили вот это звание Школа миллионер, получили миллион, которые, естественно, нам тоже очень пригодились. Такие первые шаги, которые дальше нас и толкнули. Ну, вы же работаете для того, чтобы из ваших стен выходили ребята, которые дальше свои таланты природные, свои знания полученные в стенах лицея. Дальше их реализовывали в учебе, в работе. Есть большое количество ваших выпускников, которых мы знаем в республике, но, наверное, лично у вас есть имена, которыми вы гордитесь. Знаете, очень много имен, но за недостатком времени, наверное, так говорят в таких случаях, и я их назову поменьше. Ученик, который вот пришел в лицей знал, кем он станет. Он и, и именно им стал. Врач Макав Амин, который в, вот, в настоящее время является главным врачом нашей сначала районной, сейчас э, она, по-моему, в статусе республиканской больницы, она там, э, он там и работает. И что очень э, нужное он делает. Он набирает на работу врачей преимущественно из выпускников лицея. По крайней мере, вот довольно продолжительное время он это делал. И сейчас в этой больнице работает достаточно большое количество наших выпускников. Хутова Альбина, прекрасный невролог, Абитов Рустам, хирург от Бога. Ну и так, если пройтись по кабинетам, в каждом кабинете, наверное, можно видеть кого-то из наших, как мы говорим между собой. Приятно. Я им очень благодарна, этим детям. Ничто никуда не уходит, говорят. Вот то, что вложено в них, то мы и видим сейчас. Спасибо этим ребятам за это. Я бы хотела еще одного выпускника, медика назвать. Это Шаралиев Аслан который в настоящее время является кандидатом медицинских наук в очень такой нелегкой области, транспатология органов, кандидат медицинских наук, преподаватель медицинского университета, но и заодно практикующий врач. Вот тоже такое для меня событие. И то, что он однажды приехал в школу, с благодарностью, с букетом цветов, это, конечно, что же приятное событие педагогической <laughs> биографии. Гордитесь. Моей. Ну, гордиться можно такими детьми. Я очень люблю слушать, читать, смотреть всякие школьные байки, когда наши современные дети, не знаю, смешно это или не очень, говорят, что, ну, к примеру, Муму. Анна Каренина бросила под поезд или что-то в этом роде. Но я думаю, в практике любого учителя были какие-то ситуации смешные, несуразные, неординарные. Вспомните, пожалуйста. Вы знаете, такие вещи, наверное, чаще всего происходят в начале, когда ты еще неопытный учитель. Uh -huh. Ну, постоянно в каком-то ожидании, что что-то не так сделаю, что-то не так скажу. И вот. Второй год моей работы в школе, и по школе, где-то со второго урока, слух такой, приехал представитель Облано. У нас была учительская, достаточно просторная. Каждую перемену туда собирались, собирались учителя. Но после этого слуха, почему-то я, когда я оглянулась, посмотрела вокруг учителей русского языка и истории практически не было. Наверное, готовились к посещению их урока, к этому э, ну, этим представителям. Я еще ее не знала, не видела. Заходит Завуч, посмотрел вокруг. Вот молодая вместе с этой женщиной русская по всему обличью своему, блондинка ярко выраженная, показывает меня и говорит: вот молодая учительница. Пожалуйста, посидите на уроке. Та, конечно, согласилась, и мы пошли на урок. Пятый класс, тема пословицы и поговорки. Когда я предложила, когда я назвала тему и предложила, что сегодня у нас вот так, и вы должны мы мне сейчас сказать на русском языке пословицы и поговорки. Нас, ну, кто знает, кто может. И я смотрю, что нет ни одной руки. Даже мои отличники, отличницы сидят, глаза опустив. Я поняла, что положение серьезное. Я говорю: "Ну давайте, ребята, тогда на своем родном языке". Поднимается на несколько рук, и а мальчик, который сидит, в самом конце довольно-таки ну, обычный самый парень Троечный. в классе. <свят> ну, я бы не сказала, так бы его не назвала. Но выше всех поднял руку. Я его поднимаю, и на родном языке он говорит два слова, пословица из двух слов, как дурма, бауа. Я поблагодарила его посадила на место. Спасибо, говорю, молодец. И перевела на русский язык. Кто не работает, тот не ест. И дальше уже пошла от этой пословицы по уроку. А как переводится на самом деле пословица? Кто сможет украсть, тот разбогатеет. Откуда взялась у нас такая черкесская пословица? Очень актуальная сегодня. До сих пор до сих пор у меня ответа на этот вопрос нет. Но главное впереди. Урок так нормально дошел до конца, поблагодарила детей, отпустила, проводила, возвращаюсь от двери, и эта женщина мне так это очень вежливо. Давайте сейчас переведем вашу пословицу. На чистом черкесском языке мне говорит эти два слова. Да. Но потом оказалось, Григорова, если не ошибаюсь, Елена Дмитриевна. Может, до, давно это было. Оказалось, что в детстве она обучалась в нашем ауле. Сидела за одной партой с моим отцом. И лучше моего отца писала сочинения Дизайн. на родном, Дизайн. диктанты и сочинения на родном языке. Вот всего этого я не знала, она меня и просветила, что в том, что произошло, почему так получилось. Есть, конечно, и другие такие моменты, но такого вот момента, когда мне было страшно, неудобно, не было. Но ну, тем не менее запомнился. Запомнилась. Запомню. Наверное, не забуду никогда. Роза Фралина, вот здесь вот. Я думаю, самая небольшая часть грамот, дипломов, э, которые сегодня вот в вашем учительском багаже присутствуют. Здесь самая главная грамота. Заслуженный учитель школы Российской Федерации. Это, наверное, дорогого стоит. 1984 год. Что такое? Э, но Мне очень хочется пригласить вас еще к нам в студию. Вы... Кладезь всевозможных знаний, выкладезь какой-то прекрасной энергетики, которая от вас исходит, и общаться с вами одно удовольствие. Я еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Будьте здоровы, терпения вам, учеников благодарных, родителей тоже, поменьше административных всевозможных требований. Чаще улыбайтесь и пусть ваша жизнь будет наполнена радостью. Спасибо вам. Спасибо большое. Ждем вас еще в нашей студии. Друзья, завершая нашу сегодняшнюю программу, я хочу еще раз вам напомнить, что гостей нашей студии была Роза Фралина Седакова, заслуженный учитель Российской Федерации. Мне остается попрощаться с вами. До свидания, до новых встреч в эфире.